Драка на дороге попала в объектив видеорегистратора. Двое парней до полусмерти запинали прохожего. Все случилось поздно ночью на перекрестке улицы Блюхера и Доватора. С чего начался конфликт, неизвестно. Но уже через несколько секунд финал разборок попадает в камеру видеорегистратора. Мужчина выбегает на дорогу, видимо, пытается убежать от хулиганов. Но они не дают ему уйти. Догоняют и продолжают жестоко избивать прямо на проезжей части. Пинают по голове, животу. Очевидцы вмешиваться в конфликт не стали. На помощь пострадавшему даже полицию никто не вызвал.